Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Ваша собака беспокоит вас и ваших соседей по ночам лаем. Вы не понимаете причины такого поведения питомца и не знаете, что делать. Без паники, мы знаем, как вам помочь. В этом выпуске мы подробно расскажем, как избежать лая собаки в ночное время. С помощью лая собаки выражают свою радость, грусть, тоску, скуку и даже страх. Любой хозяин должен относиться внимательно к лаю своей собаки. Все-таки с помощью такого сигнала можно многое узнать о состоянии питомца. А вот если собака лает или скулит по ночам, это повод серьезно задуматься, а в некоторых случаях даже насторожиться. Как избежать лая собаки по ночам? Давайте подробнее рассмотрим основные советы на эту тему. Чтобы избежать лая собаки по ночам, необходимо воспитывать животное с самого детства. Очень часто лучшие друзья человека лают по ночам просто потому, что хозяин не уделил должное внимание их эмоциональному и умственному развитию в детстве. Из-за плохого воспитания во взрослом возрасте многие породы собак становятся упрямыми и непослушными. Если вы воспитали собаку в детстве должным образом, и она во взрослом возрасте начала лаять по ночам, возможно, ей не хватает физических нагрузок. Многие породы требуют ежедневных выгулов и тренировок. И когда хозяева начинают ими пренебрегать, собака с помощью ночного лая пытается израсходовать свою энергию, которую она не смогла потратить за день. Иногда лай собаки ночью свидетельствует о том, что у нее проблемы со здоровьем. Таким образом, лающий друг пытается показать своим хозяевам, что с ним что-то не так. Если ваша собака не только регулярно лает по ночам, но и страдает плохим аппетитом, отказывается играть, это повод показать ее ветеринарному врачу. Часто собаки лают по ночам из-за стресса. Причем такое поведение может быть как результатом недавнего эмоционального потрясения, так и страха темноты у собаки. И в том, и в другом случае проблему необходимо решать вместе с зоопсихологом. Собаки могут лаять по ночам из-за стремления привлечь внимание хозяина к себе. Если вы уделяете своему питомцу мало времени, редко общаетесь и играете с ним, ваша собака может скулить и лаять в позднее время от скуки и тоски по вам. Уделяйте вашему питомцу достаточно внимания, и он не будет беспокоить вас по ночам. Теперь вы знаете, как избежать лая собаки ночью. Уделяйте вашему питомцу достаточно времени, следите за его психологическим и физиологическим самочувствием. И пусть ваша собака никогда не беспокоит вас и ваших соседей ночным лаем. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!